каждый фильм какой-то с Джимом Керри. Слышишь, у него такая вот мимика своя. Не, мама, мой. Мой прикольный. Почему он торопится? Седьмой, да, Сык? Потому что твой первый. Чей, заебашь этих сучек всех. Чё за хуйня? Чё ты меня оставил, блин? Мёртвых пацанов. Бля, там сейчас будут зомби-спецназовцы, да? Подожди, а куда мне бежать? Я уже подзабыл. Тебе двух тараканов надо убить? Сейчас вот два таракана. Взять ключ от этого. А у меня нет дробаша. Блядь, чем? Рыбак будет пошли. А, я буду сейчас их сжечь. А им не очень. Ну, нормально. Ну, хоть патроны сэконом. Ты ей копируй, а сам стреляй. I'll go. Окей. Come on! Окей. А, типа, подстреливать нечего. Ты его брал, представь. Блядь, yes. Значит, как карта. На L2. Так, мне надо идти... Куда? А вот туда наверх. Значит. Это я оттуда пришел. Уверен? Да. Сверху. Куда еще раз? Ты пришел вот с той лестницы, а вот с той переприходи. Ты вот с нижней. Я спустился на P3, я спустился. Вот с этой лестницы? Да, а вот здесь ты не был? Нет, я вот как раз таки, откуда ты показываешь, оттуда я пришел. А вот здесь начни. Вот туда надо идти, да. А. Нет, подожди, обратно. Вот, правильно, в ту дверь, да, вверх. Наш сразу. Хочешь спать? Разворачивайте. Что, брат? Там надо что класть. А, надо класть. Нас не понят, да? Юрбуджика. Я устрою покупать. Зря ее поджег. Чего? Это уже все по кругу надо поджигать. Ты другая не поджег. Порядок же надо. О, потухло. Ну, правильно. Дальше поджигать надо в определенном порядке. Let's split up. Roger. Come on. Roger. Олень, волк, лошадь, рысь, змея, орел. Олень, пир.
Вон нужно. Лошадь у нас. Ну, не похоже, она не изменит. Рысь, бью, орел. Ты рысь или поджог? Да рысь. Он говорит, я король. Король рысь? Ну, ты же видишь, что это кошка. Нам на орла не похож, на змею не похоже. Что еще? Ну как рысь король может? Ну, она в своих лесах король. Над мост, короче, перевел, как обычно. Мы проебали записку с ним. Там зомбари будут, стоп. Надей молотова. Тут ты брала сейчас она молотова. А горючка далеко, да? В центре, да, где-то? Да. Ёшки-бабушки. А я не смог книжку. Патрона. Это туда, где водонапорка, вставляй. Ты бери бутылку. Вас. Здесь же двоих-то нельзя сразу. А, ну, это. Так. Два слова. У меня патроны закончились? Это обидно, что я зря сюда пришел.
А, ну там, наверное, подсказка на какую-нибудь. Патронов нихуя, да? Ну бери, блядь, что ты, ёб... Мама! Это стоило того? Ну вот зачем так делать? Подлядство. То есть я высадил все патроны. Убить... Я убиваю двух зомби, чтобы прочитать дневник. Может быть, не легко здесь были эти как. Resident Evil Zero. Расходник. Ну это неприятно. Да, злость еще. Так. Иди с вами направо, потом с этой политой разберемся. Надо сейчас с этими тараканами разобраться. Да, может направо, потом сходить направо? Ну да. Постарайтесь. Пауки будут. С эффектом наверх. Не говори мне аккуратно. Так, тараканы внизу, да? Первые дверь. Ебаные базуки там все равно дадут кислотные патроны. Да, наверное. Resident Evil Zero. Сейчас помню. Тогда, может быть, мне и растратить тогда эти, блядь. Молотого, нахуй я их таскать, не вредится снимать. Я возьму молотого ей позову. Сейчас мы их убьем быстро. А там как кислотные дают их на хантеров как раз. А? На хантеров как раз дают кислотные. Блядь, батя не живучий, что обычные тараканы, они должны сгорать очень быстро. Так, нормально. Должна с первого раза убивать таракана. Почему она не убивает? Блядь. Ну что ты, ебаный... А что ты? Ты же уже из базуки должен быть.
базуки вот кто бы должен был стрелять. Кем себе взять базуку, конечно. Resident Evil Zero. Я как бы рассчитывал на то, что это бот, он не промажет никогда. Вот на что я рассчитывал. Нет. Это же Билли. Ну что это было, вот скажи мне, блядь. Сука. Ты мне только время мое тратишь, сучка. Там еще хантеры, блядь, это вообще... Гюнтеры. А он тебя стоит на атаку? Сложно для Марио Боя, как плохо. Да, надо ей играть, потому что она ж дохлая. Это выдержит. А где-то траву проебался, где-то, да? Одну оставил. Надо ходить, да? Надо обратно. Да блин, что-то вначале так красный давали. Блядь, а что с хантером делать? Ты вчера, по-моему, ебашил их гранаты, и им похуй было. Ну, я обычно вот там. Тут хантер, тут, блядь, обезьяны, нормальные обезьяны. Так, давай, не тупи. На него переключается, переключается. А, еще... Пистолет лучше. Пусть стреляет и побег. От крана шкафчик. И стоит, блядь, ждет, пока я побегу, альтур стреляет. Искусственный идиот. Нет, так ты же обойму можешь, правда? Здесь тоже себе, знаешь, подстилку положить. Не, под страховку типа. Да, а мы ни при чем здесь, вот он управляет. Так, надо вниз били, походу, да? Блять, а почему опять вниз? Открой и выкинь. На нем должно быть вызерк. Я вот тоже сегодня утром проснулся, так, а вон что-то было написано. Нет. А, вот. Вот приглядешься, видите, цифра 3-8. И как его открывать? Ну, поверни его, да, есть. Для пистолета апгрейда. Били будем грейдить или старовский? Я думаю, что лучше ему. Он же все-таки боевой. Давай. Втором резике? И втором тоже апгрейд пистолета 6. А, да. Ближе где-то в середине.
когда ты в оружие попадаешь, в автомат. Может, тебе метка спадает. Так. Так, если били вниз, значит, надо гранатомет брать с собой. Ты можешь поменять добавку, который повик, на гранатомет. Да лучше теперь пускай Антон все время стреляет, ты же мотал. Да подожди, я менеджер. Да мне хватит дробы и вот этого, хватит. Чего не будет? Так, не надо сейчас меняться. Бля, его полечить будет сейчас хотя бы разочек. Сейчас я его пусть? Не, ему хотя бы раз. Так. Вот, давайте. Блять, я заряжаться. А, поставит я пока отдам. Так. Так, вроде нормально. Вот, что-то еще есть. А, я их выкину пока. Бля, ну магнум надо беречь, блять. Ты его взял. Так. Я знаю, ну сколько-то. Вот, да, один патрон? Я тебе вчера про это же сказал, друг. Говорю, ты что за прикол? Это что, дроба, что ли? Ой, дроба, блядь. Установка, что ли, блядь? I'll go alone. Roger. Да, пацаны. Должно хватить. Главное, чтобы мне башку не снесли. Так, подальше уже. Тут, блядь, вся сложность то, что ты не видишь из-за камеры. Что как делается. Понимаешь? Вот я буду там стоять, я не буду видеть, где они там копошатся. Что вот из-за этой выйдет и оттуда слева. Да. Так, я два раза могу пропустить удар, что ли? Чего ты слышишь? Что ты Я думал, раз по два надо будет хуйнуть. А где товарищ, тут взрывные патроны есть? Не было, но ты сложно. Товарищ, здесь взрывные патроны. Сейчас, давай. Ты, вода, а вода у нас одна, две, да? Come on. Roger. Сейчас главное от всяких жмольков пизду не получить. Пишу плитуна. О! Можешь, ну, вернуться, подожди. А, еще плиту брать. Ну, может, я пизду ее получу, сейчас надо спресс ем. Один хуй придется выкидывать рано или поздно.
где же Магнум? Что, не увидел случайно? Подожди, а в чем смысл туда было спускаться? За патронами? Ключ воды. А, ключ воды. Ну так, мне плиту забрать и съебывать отсюда. Ты ей скажи, а то мне сейчас кажется, она получит. Хотя она уже ждут здесь. Обычно вот они в других частях на стенах сидят, если сбрасываются. А здесь только уже ждут около двери, блядь. Тушары. А я не решил так? Не решал так? Решал. Олень волк. Не побитым ходить. Не так, я стою хорошо. Лучше вернись. Смея руль. Подошел, я к нему убежал. Сейчас будет стоять, придется, наверное, его убивать. Бля, у меня местов нет. Да просто открой, уходи, вернешься сейчас. Там выпилит и все. Что это? Придется возвращаться. А что здесь платформа? А, платформа, блядь. Че мне кидал? Кидай ничего. Потом вернешься. Принеси до туда ключ, нож и патрон для мага. Вернешься. Там одного зомбу не убить и все. Кажется, как ты 7 патронов потрачу. Может, поменьше чего-то. А, там еще. Блять, нахуй сюда пришел тогда. Ну открыл дверь. Ну да, сюда можно будет искать дверь. То есть сейчас всадите патроны пистолета с зомбу, да? Еще надо вторую плиту найти. Вторая плита, наверное, вот с ключом, да? А плита у нас что там, докачка или что запускает? Ну да, это. А это еще аккумулятор. Там еще летающая мышь. Летающая мышь вообще на выходе. Тут еще будет. Там. Летающая мышь будет на выходе. Бля, ебусь. Да хули, сажу сейчас. Там. Ну, один удар сейчас. Бля, и дал внимание куда. Тогда сейчас сажу на зомбоне. Ровно. А у меня один место. Там, кстати, вот по этому коридору, если я подняться, там наверху тоже зеленая трава осталась. Еще живой. Да я тут, блядь, хочу резать. Сделала. Ну и оставшийся отдых. И у нее полтрех. Ну а ты потом подписишь, потом на обратном пути подпишешь. До чего мы, блядь, дожили, да? Mm-hmm.
Сбрасывать патрон. Может, тогда дверь сразу бегать открыть? Нет. Рядом? Это получается, где тараканы были, да? Там. Да, да, где базуку взять. Смотри, там дохуя что открывается. Может, потом вообще прийти за платформой за это? Ну, ладно. Она ж, по-моему, дальше только. Я пойду. Бля, ну новый пистолет здесь вообще. Трёх выстрелов. Уже метки. Там метка всё влечит. По идее, хэдшоты должны вешаться. Тогда я пошел сразу. Там пол особняка, блядь, открылась. Да, блядь, мне кажется, ну ра. Ну, ну, ты молотом гурки, ты. Я убил только этих. Считай, хантер, не так сложно. Вот хотя бы пройти ту часть дома, тогда еще можно сейвиться. Молотом больше. Тогда и магнум можно брать. И как раз бутылки забрать, и мы там перед уходом сделаем себе. Да. Так, а что еще не нужно? Один скрой все. Плохо. Плечевки прямо вкрыты. У бабы хуёво. Сейчас главное, чтобы там не было никакого лича. Лича, блядь. Баба лича. Баба, короче, не было. Надеюсь, чтобы и два не было. Он там бежать, пока он там. Думаешь, два может быть? Тараканы наверху. Чё? Бежать, бежать. Там большая территория. Сам не хочет. Вода, наверное, влияет. Надо просто на дверь нажать. А! Так я не могу, да, его спать? Бля, вот тут, по-моему, лечи будут стопами. Я помню, не может быть рахом. Там какая-то комната будет одна, сжигающая. Вот прям первая заходи вот в эту. Тут 4 комнаты. 3 холла. Лича вообще смысл убивать нет. Его женщина. О, смотри, ретрейсинг. Копить до финала надо. Два патрона для магнума. Батарея, забираем. Да, да. Че не берем? Нельзя сотворить. Что не так? Опять местов не освобождал.
что я сейчас лучше вернуться. Вообще в пол забрать бутылки. Посмешивать. Может, а надо, по-моему, какой-то этот фейковую батарею туда ставить. Начинается. Классика. А ее дальше надо. Бутылок должен нафармить. Давай, быстрее, мать твою. Да вот вина выпить. Что, правильно? Уж ее здесь оставить. Так, я выбегу. Я выбегу. И сразу на лечо нарушится. Сразу вниз. Убегай. Там зомбон. Ну, зомбой нет, бы смогу. Вниз. Ну, это честно? Это не честно. О, 8 подходов, да? Почему там один? Вот сейчас бы, блядь, я бы, сука, въебал по нему маху, честно. Так. Let's split up. Okay. This way. Okay. Какой-то из них этот батареи уж муляжная. Опа. А сейчас тут лично чувствую. Его что ли сжигать надо? Так, два спрея есть. Конечно, не надо, и два. Я сюда подращивался. Я помню. О, трава спать, раз. А все уже не стоит. Если спрей заюз. Да, бутылки разбросаны просто. Понимаешь, если это было бы что-то ультимативно, вот так. 9 бутылок. Это типа, блядь, пазу полный. Пусть вот так. Если она вышла. Сзади, сзади, сзади. Я у всех, сука, внимание. Ну мы можем по удару, да, пропустить? А, ладно, не понял. Патрон дезорат. Понимаешь, два выбора. Либо ты приходишь обратно, либо ты что-то жрёшь. Наверное, живу.
меня больше выбора нет. А мне еще, блядь, муляж к этой брать. А, еще рукоятку сюда нести. Пока росли. Блядь, а что делать? Где эту рукоятку искать? Нахуя здесь рукоятку? Что-то не помню. Не рукоятку искать, а я где-то рукоятку проебал. Ты не помнишь момент? Я помню, но я не помню, где рукоятка. Написано, применяем рукоятку. А где мы ее нашли, не говорят. Может, я не выкидывал ее? Помнишь рукоятку на круглом механизме я использовал? Mm-hmm. Это не она? Crank handle. А мы ее выкидывали? Короче, перед битвой с сороконожкой была рукоятка. Я ее выкидывал. Игру Лича возьмите монтировку Vice Handle. И быстро защитите коридор. Потом... Это где? Вот, сейчас. Так, сейчас следуйте в комнату с большой клеткой. Там зайдите в хранилище антиквариата. И откройте ключом синюю дверь. Коридор. Вот, синяя дверь как раз. В новом коридоре последовательность действий такова. Сначала входите в дверь перед вами. Комната наблюдения. Минуя личмена, возьмите монтировку. А!
Это откуда ты вышел? Ты увидел Лича и убежал оттуда. Вот там монтировка была. Ты вот сейчас мне выйти? Да. Зайти. И возвращаться в предыдущий коридор. Не проебал, получается? А у тебя места нет вообще. Первая прям комната была. Ты сейчас ну, я буду... Ты уверен, что туда? Ты лифт пишешь. Какую? Вон в тот коридор. Да? Внизу который. Да. Бля, его нельзя бежать вообще. Надо было коридор на все-таки сжечь. Кого сжечь? Коридорных. Не ебу. Там вибрации джойстика, понял? Да. Да. Мне кажется, это просто. Нет, он ебнул ее. Блять. Нет! Сука, только не умирай! Там дохуя сейчас хантеров ебашит. А где этот Каран Хэндал был? Что-то вообще нихуя не понял. А где Каран Хэндал-то? В первой двери, где ты зашел, еще Лича увидел, так он стоял там. Такой, ой, ну нахуй, и вышел. А, и там Каран Хэндал, да. Resident Evil Zero.
go check over there. Okay. Let's regroup. Okay. Thank you.
Чего, замочил их? Нормально замочил? Да, они мне даже не... Проблема с коночком. Вот эти... Можно после лича кроссовьем? Нет. Можно, конечно. Ну, мне можно набрать этих сейчас. Сжигающих? Их. Я просто думал. Ну, здесь вообще. О. Придется возвращаться. Мне не нужен нож. Блин. Вообще мерзко. Либо убить этих ее здесь оставить, пойти побыть. Убить я нахуй нож. Да может нож останется, помнишь, здесь один валялся. Скорее всего, в следующей локации будет нож. Ты хочешь весь резик сам пройти, что ли? Я брал пост. Ты сам сказал, я пошел дальше. Конечно, Диман все попрошарил, что мне надо делать. Ну, конечно. На новенькое, на то. Да, да, так и есть. Протоптал, так сказать, про тропинку. Посмотрим, что там дальше. Чтоб не тупить. Сейчас будет один замбоник. Получается, ты хочешь сжечь тех, которые в коридоре, да? Да. Я просто приду сейчас, я сбегаю два раза. Сейчас заберу эту бутылку, там скрафчу будет много. Мол. А там будет еще бутылка у них. Побольше? Ну, уже 5 молотов. Можно будет просто коридорного убить и бегать туда-сюда. Спокойно. А один будет стоп у меня, где рукоятка. Нет, иди. Сейчас можно было его резать. Может, куй с ним? Ты уже прошел. Я буду возвращаться сюда. Он мне мешает. Зачем? За, за ножом? За бутылкой, а, за... Там, за плитой. А плита одна в тисках как раз. Ты возьмешь рукоятку, а плиту вторую достать. У тебя будет две плиты как раз. Вот сейчас я здесь уже. И это уже выход, считай. Хуя, ты сейчас можешь сжечь. Я сейчас здесь это выброшу. Магнум выбрасываю. Ты на, для чего оставляй. Так есть, заряди. У него ничего нет. Ей бессмысленно давать, потому что она... у нее нет улучшения на патрон, она просто так. Ты доставь ее здесь. И сбегай один за плату. I'll go alone. Roger. Отличная идея. Можно... А, нет, это плохая идея, потому что мне нужны слоты. Там... Ну ты с ней можешь, да, мог дойти ей. Да, 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 я дойду до слабой, а дальше... Come on. Okay. Я хочу нож попить. Что, можешь попить, поставить? Бакуса?
check it out. Okay. This way. Okay. Thank you.
Поменялся? Да, надо было сказать, чтобы я... Ты спросил, я сказал, да, и побежал в туалет.